Температурные качели ослабили лед. В МЧС региона предупреждают об опасности. Сейчас толщина льда на водоемах от 10 до 40 сантиметров. Ледовый покров на реках и озерах региона неравномерный. Из-за оттепели лед потерял прочность и стал рыхлым. Выходить на него опасно, говорят спасатели. И вспоминают печальную статистику уже этого, 2021 года. Остаются участки водных объектов, где толщина льда составляет менее 7 сантиметров. И имеются плыни. С начала года на территории области произошло два происшествия с провалом людей под лед. В начале января в Гроховецком районе на реке Суворыч погиб мужчина из-за провала под лед, толщина которого составляла 5 сантиметров. Второй случай произошел 17 января в Меленковском районе на реке Ака. Двое мужчин, возвращаясь с рыбалки на снегоходе, провалились в полынью. Тем, кто выходит на лед в запрещенных местах, грозит административная ответственность. Сотрудники МЧС, полиции и местных администраций патрулируют водные объекты области. Напоминаем, что в соответствии со статьей 12.2 областного закона 11 УЗ за выход на лед в запрещенных местах предусмотрен штраф от 800 до 4000 рублей. Откажитесь от выхода на лед. Оставайтесь своими близкими.